Вот, уже меня даже видно. Так. Видно меня или слышно? Что-то тут понажимал. Совсем непонятно. Андрей, вас видно и слышно. Друзья, давайте еще раз поприветствуем Андрея. Да, я только себя не вижу. Ну да ладно, судя по всему, меня видно. Друзья, лично, поэтому мы очень рады вашему выступлению. Рад всех видеть, к сожалению, не слышать. Вот, ну, меня уже Ольга, в принципе, заочно представила. Я еще раз представлюсь, меня зовут Андрей Кочура. Вот, лидер компании Oriflame из центрального региона, город Николаев. Первый раз очень большая честь выступать на всеукраинском мероприятии от компании онлайн. Вот, ну, меня Ольга представила, да, закрытая квалификация, первый директор. Вот, сооснователь клуба идеального бизнеса. Это наш проект, в котором мы активно развиваемся, да, сотрудничая с компанией. Вот, что такое наш проект? Это бизнес-система, которая была, грубо говоря, построена с фундамента. Ну, как и принято рассказывать каждую тему с историей, я расскажу немножко о себе. Вот, до компании Oriflame я работал в компании Mars. Я работал торговым, супервайзером. Вот, ну, компания достаточно известная, можно также сказать, достаточно крутая. Вот, но доходы в компании, конечно же, не многообещающие. Вот, я проработал в компании, ну, достаточно долго. Вот, и в компании высокий уровень обучения, карьерный рост, соцпакет. Ну, казалось бы, да, что еще нужно в жизни для хорошей жизни? То есть работать в крутой компании на хорошей должности, да, иметь соцпакет, карьерный рост, вроде бы все классно, и ты движешься по этому росту. Но единственное, если давно, это ненормированный рабочий день, постоянное давление руководства. То есть как-то, ну, тяжело, скажу, работалось, но я думаю, отписывайте те, кто совмещается со мной работой, те, кому тоже тяжело работать. Поэтому, в принципе, у нас легких путей нигде не было. Вот, ну и, конечно же, низкая заработная плата. То есть реально хотелось зарабатывать больше. Реально видел людей, которые открывают свои бизнесы, занимаются различными предпринимательской деятельностью. В принципе, неплохо зарабатывают, могут себе позволить нормально одеваться, отдыхать, по ресторанам ходить, да, то есть и приятно наблюдать на такую молодежь, и как-то было обидно себя в этом количестве, в этом числе не видеть, хотя, в принципе, доход был, ну, не скажу, что, да, там, маленький, был нормальный доход, но, кстати, ну, не хватало реально вообще, вот, поэтому пришлось оглядываться по сторонам и рассматривать варианты бизнеса. У нас был параллельно свой бизнес, который мы развивали, вот, и развиваем на сегодняшний момент. И параллельно, да, то есть я работал в торговой компании. Вот. Так получилось, что пришлось менять работу. Вот, и я сделал вывод, что работа по найму, ну, ничего к хорошему не приводит, да. Вот. То есть это ты просто продаешь свое время за какие-то определенную, да, там, сумму денег. Вот. И в итоге все равно денег у тебя нет. То есть у меня была ситуация, я ушел просто на больничный. Вот, и доход мой резко прекратился. Вот, и если бы у меня были кредиты какие-то или какие-то там ипотеки, вот, то я не знаю бы, что делал. Вот, и начал смотреть, искать варианты. Вот приход мой в компанию был достаточно, ну, можно не сказать, что громкий, но стремительный, да. Вот, это уже 2016 год и 2017, 2015 год, в принципе, таким же был. Вот, то есть приход в компанию был достаточно стремительно таким растущим. Вот почему? Потому что, в принципе, сразу принял решение, что компания очень классная, да, что есть хорошие результаты у других лидеров. Вот, ну и, в принципе, чем я хуже? Да, у меня есть навыки, я работал в торговле, я предприниматель, именно предпринимательского мышления. В принципе, я этот бизнес сразу понял, что не нужно заниматься продажами, что здесь можно зарабатывать как много, так и очень много, вот, а на перспективу еще больше. Да, и в принципе, обратил внимание, что сетевой бизнес сетевому рознь. Вот, и есть сетевики, да, которые, ну, достаточно успешные, у которых есть пассивный доход и все остальное. Вот, но я думал, почему я не могу попробовать, тем более самый большой плюс, так как никаких нет вложений, никаких нет рисков. То есть, в принципе, ты ничем не рискуешь. Вот, просто берешь, и, да, то есть разбираешься и начинаешь активно работать.
Вот, как в любом бизнесе, да, доход, понятное дело, сразу может не быть. Вот, ну, такой, как на обычной работе. Но, в принципе, на перспективу здесь можно зарабатывать в разы больше, чем даже люди, у которых есть свой бизнес. Вот. Что нужно для того, чтобы так активно расти? Ну, нужно немножко смотреть дальше. То есть смотреть дальше не на месяц, не на два, а смотреть на результат, что будет в течение года или двух лет, если я буду активно развиваться в этом направлении. Вот. Какие будут мои результаты? Вот. Что в итоге я буду иметь? Да, в итоге? Стоит ли ради этого поработать год? Если все ответы да, то есть стоит поработать, вот, я вижу реально перспективу хорошую, то в принципе нужно просто брать и делать. Вот, и в моем случае было точно так же. Вот, благодаря этому получились такие результаты. Конечно же, ориентация на лестницу успеха, на маркетинг-план компании. Вот, то есть я уже собрал, грубо говоря, такое количество премий, да, последнюю премию скоро получу. Вот, но это еще не предел. Я понимаю, что чем дальше, тем интереснее. Работа, по сути дела, суть та же, вот, только навыков больше, практики больше, да, то есть знаний больше, и, соответственно, с каждым шагом оно получается все легче и легче. Самый трудный путь, как мне казалось, это был до директора. Когда ты приходишь, у тебя нет опыта, навыков, то есть ты разбираешься, ты на уровне до директора, ты уже выращиваешь фундамент на золотого, старшего золотого и так далее. То есть в зависимости от того, сколько ты решишь, выбираешь строить веток. Вот, и я изначально понял, что мне нужно 6 веток. Вот, и реально растил 6, потом понимал, что не успеваю, и сфокусировался на 4. Вот, то есть, в принципе, когда вы ставите себе цель, и вот эта цель не директор, да, потому что, честно скажу, считаю, что эгоистично немножко ставить цель на директора. Вот, почему? Потому что вырос ты и стал директором, да, партнеры твои, менеджера. То есть нужно ставить цель как минимум на золотого, на старшего, для того, чтобы фокусироваться на то, чтобы твои партнеры стали директорами. Тогда автоматически поможешь заработать партнерам, начнешь зарабатывать сам. Вот. Поэтому чем дальше, тем интереснее. Маркетинг-план меня очень радует. И когда я увидел первый раз лестницу успеха, я так посмотрел, думаю, начало тут понятно, да. Вот. А вот с $1000 что-то уже начинает интересно. Интересно, мне как парню, да, как предпринимателю, на самом деле, я не обращаю внимания на косметику, на продукцию. Вот. Для меня это просто продукт, как средство заработка. Да? То есть я работал в торговой компании Mars, мои знакомые работали в компании Procter. Вот. И у них продукция была, часть продукции была женская или детская, да. Вот. Но эти ребята зарабатывали больше. Почему? Потому что продукция востребованная была. Вот. Так вот, наш продукт, компания Reflame, она очень востребованная, она всем нужна. Нужна, и с этим продуктом очень легко и просто работать, на самом деле, если это понять. Вот. Если это действительно понять. Вот. Какие есть перспективы на самом деле роста? Это, конечно же, доход. Самое главное, ради чего сюда в основном приходят все парни, да, то есть они приходят на деньги. Вот. Это, конечно же, путешествия, карьеры, признание. Вот, все это есть, я уже проверил, честно скажу, мин нету, вот, это реально все круто, в жизни, на обычной работе такого не бывает, вот, честно скажу, я за счет компании первый раз поехал за границу, то есть на сегодняшний момент я уже побывал в 3 странах, да, за 2,5 года, вот, это очень круто, и в ближайшее время это будет Болгария, это будет круизный лайнер, то есть, в принципе, эти квалификации уже автоматически я выполнил. Вот. Очень-очень круто путешествовать за счет компании. Вот поэтому те лидеры, которые любят путешествовать, те партнеры, которые на сегодняшний момент только на вебинаре, я думаю, есть новички. Вот, ребята, да, то есть здесь у вас такая возможность есть, это реально круто. Вот, особенно когда ты отдыхаешь со своей командой, со своими единомышленниками. Вот. В общем, перспективы карьеры, реально очень-очень классные. Вот, признание. Многие любят признание. Это то чувство, когда, я его первый раз прочувствовал на 12%, когда просто-напросто ты там сделал какой-то маленький такой результат, выходишь на сцену, и тебя поздравляет 1000 человек. И ты понимаешь, насколько это круто, у тебя эмоции немножко спутанные, потому что раньше такого не было, ты не знаешь, чего ощущать, и ты думаешь, так я же еще ничего не сделал, а меня уже так поздравляют. Вот, так что же будет дальше? Да, если я только менеджер. Что же будет на директоре, что же будет на золотом. И так оно и есть на самом деле, да, то есть с каждым новым званием, вот, признание все больше и больше.
Вот, поэтому, если вы любите признание, если вы любите выступать на сцене, вот, то здесь такая возможность у вас тоже появляется, и это тоже очень круто. Ну, в общем, перспективы роста реально грандиозные. На самом деле, для этого всего нужно есть три правила, которые нужно использовать. Вот, они очень простые, это пользоваться, приглашать и постоянно обучаться. Вот, пользоваться, то есть что значит пользоваться продукцией? Да, заказывать продукцию для себя и для своих близких. То есть поменять магазин пользования. Для того, чтобы построить компанию в огромный бизнес, для того, чтобы выйти на хорошие доходы, достаточно только пользоваться продукцией. Казалось бы, да? Вот, приглашать, то есть что значит приглашать? Это рассказывать о вашем бизнесе, о вашей возможности. Вот, приглашать можно как на бизнес, также приглашать можно на продукт, то есть на скидку тем людям, которые готовы экономить, которые ищут для себя какую-то выгоду, там, и сэкономить какой-то семейный бюджет. Ну и, конечно же, постоянно обучаться, то есть посещать вебинары, командные обучения, смотреть YouTube-канал, да, то есть коуч-тренеров слушать. То есть обучаться нужно тому, да, то есть чему необходимо. Вот. И если вы будете заинтересованы, да, там, развивать в себе какие-то навыки, поверьте, вам будет намного проще приглашать людей, вам намного проще будет искать людей, соответственно, и развивать этот бизнес. Ну, давайте разберем пошагово, да, то есть пользоваться продукцией. Да, то есть нужно, главное, понимать, что у нас отличный продукт, вот, у нас реально очень классная компания, у нас очень доступная цена. Вот, у нас высокое качество в нашей компании продукта. Вот, и самое очень классное, да, то есть это европейский бренд. То есть, да, может быть, цена продукта хорошая, да, там продукт вроде как бы может быть отличный, вот, да, но никому не известный. И приходится рассказывать, что вот это там продукт, он очень хороший и так далее. То есть компанию Oriflame уже знают многие. Вот, марку компании знают многие. Вот, Oriflame — это европейский бренд, это не украинский бренд, да, то есть Европа не экономит на сырье. Поэтому как по поводу качества продукта, ну, тут даже можно не разговаривать, то есть он реально превосходный. Вот, когда ты это понимаешь, то ты понимаешь, что твой продукт реально классный, с ним можно строить бизнес, да, то есть им можно пользоваться, и можно его рекомендовать другим людям, своим знакомым, да, как проверенный классный очень продукт. Вот. Приглашать. Что значит приглашать? Есть на сегодняшний момент много различных методов приглашения. Это как список знакомых, так и социальные сети. Вот, то есть способов коммуникации на сегодняшний момент они развиваются с каждым днем, социальные сети с каждым днем все появляются новые. Вот, так же самое, как и ваши новые знакомые, новые друзья, они тоже могут появляться, если вы общительный человек. Вот, удобно, что появляются способы коммуникации, такие как Viber, WhatsApp, Skype, Facebook, Telegram там, и так далее. Вот, то есть сейчас стало удобно развивать бизнес, очень удобно стало общаться, да, то есть раньше был, ну, мобильный телефон роскошь, вот, сейчас все сидят в чатах, да, в переписке и общаются, то есть это реально очень круто, и нужно это использовать, ну, максимально, по максимуму, вот, что, постоянно обучаться, да, то есть, как я сказал, коуч-тренер, книги, опыт успешных лидеров, то есть нужно наблюдать за лидерами, которые добиваются результатов, смотреть, что они делают, изучать их не систему их работы, ну, как сказать, систему, да, то есть система, в принципе, у каждого своя, она в основном заключается в том, что нужно работать. Вот, нужно работать, просто нужно разработать пошагово, да, то есть что нужно пошагово делать. Вот, от приглашения до запуска и до сопровождения. Вот, если вы это изучаете, сейчас в YouTube есть очень много информации, я думаю, что результат, ну, не заставит себя ждать. Вот, если вы будете применять эти навыки, они будут. Конечно же, нужно любить то, чем мы занимаемся, то бизнес, ну, если вам это нравится, поверьте, ваша работа вам будет реально в радость, ваш бизнес вам будет в радость. Вот, мне, если честно, я очень кайфую от общения, да, со своими партнерами, от общения с людьми. Очень часто бывает, когда провожу звонки, вот, и попадаются интересные собеседники по телефону. Вот, но бывает реально так вот интересно с человеком общаться, и разговор проходит в таком темпе, как будто мы уже знаем друг друга несколько лет. Вот. Это очень круто, когда ты понимаешь, ты любишь то, чем ты занимаешься, вот, ты не напрягаешься, ты относишься к этому легко. И как сказал Конфуций, если ты любишь свою работу, это не работа, это увлекательное путешествие в мечте. Ну, в нашей ситуации это так и есть. То есть ты вроде бы занимаешься то, что тебе нравится, ты общаешься с людьми, ты им помогаешь зарабатывать. Вот, то есть у тебя есть там свободный график и все остальное, и плюс ты еще и путешествуешь, да, к своей мечте.
вот, и выходишь на реально хорошие доходы. Вот, то есть, ну, очень-очень классно. Вот. Самый главный вопрос, наверное, я думаю, каждый задаст в чате, может быть, да, то есть, где брать людей. Все это хорошо, есть классная компания, есть классная продукция, есть там возможность, уже вроде бы есть система, где брать людей. Ну, этот вопрос задают, в принципе, не только сетевики, да, то есть те, кто развивает MLM-бизнес. Такой вопрос задают, в принципе, в любом бизнесе. В любом бизнесе нужны люди. Вот, то есть неважно, какой у вас там традиционный бизнес, вам нужны клиенты, вам нужны люди. Людей нужно брать там, где они сейчас есть. Вот, задайте себе вопрос, если люди вчера были там или 5-10 лет назад они были там в одном месте, то мы должны развивать были бизнес там, либо как минимум там мы должны быть тоже. Вот, на сегодняшний момент все люди есть в социальных сетях. Вот, в социальных сетях больше, чем 2 миллиона, миллиарда людей. Вот, это огромное количество людей, очень много социальных сетей, таких как Facebook, ВКонтакт, Twitter, YouTube, сейчас вот Telegram появляется, да, то есть мессенджер фактически, и Instagram очень активно развивается, то есть Одноклассники и так далее, то есть социальные сети, они есть, они будут постоянно, вот, открываться новые будут появляться, поэтому всегда люди будут в социальных сетях, потому что это удобно. Соответственно, и бизнес нужно развивать в социальных сетях, соответственно, в социальных сетях нужно быть. Ну, многие такие спросят, ну, окей, быть. А как нужно быть в социальных сетях? Ну, прежде всего, в социальных сетях нужно быть представленным. То есть я себя рассматриваю как лицо компании. Я себя преподношу как партнер компании, как предприниматель. Вот, поэтому вас люди оценивают, ну, в большинстве случаев, те, кто уже есть в социальных сетях, вас люди оценивают по вашим страничкам, по тому, как вы, что вы показываете. Да? Люди сейчас очень многие любят смотреть, любят читать, а конкретно смотреть за другими людьми, да? То есть, что у них в жизни происходит и так далее. Вот. Это такое чувство любопытства, интересно зайти на страничку, посмотреть человеку, чем он там занимается. Поэтому сейчас очень важно в социальных сетях, особенно если вы развиваете какой-то бизнес, вот, ну, нормально иметь внешний вид вашей странички. То есть внешний вид странички – это то же самое, что ваш внешний вид. То есть то, как вы выглядите, так вас люди воспринимают. Вот. Ну, я показал, да, то есть свою страничку ВКонтакте, Инстаграм, Ютуб-канал у меня есть, да, то есть у нас группа ВКонтакте достаточно большая. Вот, поэтому вот примерно так и представляют наши партнеры, да, то есть ну, мы непосредственно продвигаем наш проект клуба, да, клуб идеального бизнеса. Вот так вот видят нас как клуб идеального бизнеса, как лидеров, которые развиваются с компанией Reflame, вот, которые достигают результатов. В принципе, наша страничка этому подтверждение. Вот. Ну, я думаю, самый главный вопрос, да, то есть все хотят расти быстро, а поставьте цифру 5 в чате, кто, ребят, хотел бы, ну, расти быстро. Есть ли такие, вот, кто хотят расти быстро? Есть такие, да, пятерочек я вижу много. Вот, я могу тоже подписаться, то есть я тоже хочу расти быстро. Вот, почему, зачем сидеть долго на одном месте, либо там где-то там сзади, вот, кого-то догонять. Все хотят расти быстро, но не все просто-напросто знают, ну, будем честными, что для этого нужно делать. Я сегодня расскажу, что для этого нужно. Вот, для того, чтобы расти быстро, есть три темпа роста. Вот, быстрый, средний и медленный. Быстрый темп роста – это 15 звонков в день. Вот, это хороший темп, этот темп приводит к хорошим результатам, мотивация просто зашкаливает, вот, когда 15 звонков в день, да, ты работаешь, да, ты устаешь, возможно, да, если ты wellness не пьешь, вот, к примеру, да, но 4-5 месяцев и звание директора в твоей команде, то есть быстрый темп роста позволяет собрать как можно быстрее команду из потребителей и партнеров, да, из клиентов и продавцов. Вот, к этому приводит 15 звонков в день. Средний темп 10 звонков в день. То есть это 6-7 месяцев, и вы реально директор, вот, старший менеджер. Медленный темп 7 звонков в день. И, ребят, дело даже не на это, да, то есть не в том, как, возможно, вы там к этому отнесетесь, к количеству. Это просто-напросто статистика, которая работает, вот, о которой нужно знать, поэтому, чтобы найти человека, который в поисках заработка, нужно, ну, как минимум дать информацию всем остальным, чтобы узнать, кто из них ищет, а кто нет, правильно? Вот, поэтому важно, самое главное, важно это делать каждый день,
Вот. Если каждый день выполнять, ну, работать в таком темпе, поверьте, у вас будет результат. Многие скажут сейчас: о, все, быстрый темп не для меня. У меня 15 звонков никогда в жизни не будет, не было и вообще. Вот. Средний темп, наверное, тоже, потому что 10 у меня никогда не было. Но 7 звонков может быть медленный. Неужели я директора буду за год делать? На самом деле, ребят, нет. Вот. Для того, чтобы сделать директора намного быстрее, нужно иметь, помимо того, знания, да, то есть что нужно делать. Нужно иметь мотивацию, очень сильно этого захотеть. Вот. Поэтому часто бывает такая ситуация, что кто-то машину хочет, и он все делает для того, чтобы ее купить. Вот. Кто-то хочет шубу, да, допустим, и она все сделает для того, чтобы ее купить. Вот. Если даже нет денег, будет искать варианты. Вот. Точно так же и здесь. Если вы очень захотите выйти на звание директора, вот, вы будете делать все для того, чтобы выйти, да, то есть для того, чтобы поехать на заграничную конференцию и так далее. Вот. Ну, кому не хватает мотивации, элементарный вопрос, который я часто задаю себе, вот, или задаю там партнерам, к примеру, да, то есть у тебя не получается прозванивать 10, найти 10 звонков в день. Вот. А если бы я тебе заплачу в конце месяца там $5000, вот, но ты каждый день будешь находить по 10 звонков. Согласен? Вот. И человек такой думает: не, ну за $5000 я готов, да? Вот, я готов 10 и 15 звонков каждый день находить. Я не знаю, где я их буду находить, но я готов. Я буду делать все возможное, но за $5000 я готов. Вопрос, да, в цене, вопрос в цели. Вот. Поэтому если у вас нет мотивации, да, искать, ну, найти 10 звонков в день, поработайте лучше сперва над мотивацией. Зачем оно вам нужно? Вот. А потом уже, да, то есть конкретно, да, то есть над инструментами, как вы это будете делать. Вот. Мы ориентируем, лично я и моя команда, мы ориентируемся на поиск ключевых партнеров. Что значит ключевой партнер? Это тот партнер, который заходит со стартовым заказом, либо который, ну, делает заказы от 70 до 150 баллов. Это партнеры, которые выводят в день 10 встреч. Это те, которые посещают вебинары, задают вопросы, у кого поставлена цель. Вот эти критерии – это критерии ключевого бизнес-партнера. Если человек не соответствует, ну, кандидат на партнеры, да, не соответствует этим критериям, мы работаем над тем, чтобы он соответствовал. Но если он реально там, ну, не хочет, не работает, не очень активный, соответственно, он не ключевой партнер, а просто партнер, соответственно, фокус на нем не будет такой, как на ключевых партнерах. То есть мы больше работаем, конечно же, с ключевыми ребятами, которые реально пришли сюда добиваться результатов. Вот. Поэтому мы максимально помогаем им для того, чтобы они стали ключевыми. Да? То есть если они не хотят быть ключевыми, вот, соответственно, дубликация даже не будет работать, потому что если человек не заходит на вебинары, соответственно, он не научит своих людей, да, то есть тому, чему знает уже. Вот. Если человек не делает 75-150 баллов, он, соответственно, не научит своих людей. Если человек не рекрутирует 10 встреч, он, соответственно, его партнеры тоже не будут рекрутировать 10 встреч. Вот. То есть все это закономерно просто, и оно действительно так и есть. Поэтому ориентир такой, ну, многие, возможно, знают, что, да, там, если я рекрутирую 5 встреч, моя команда примерно столько рекрутирует. Вот, я их не могу учить больше, потому что я сама не умею. Вот, к примеру, да, то есть лучше нужно научиться. Вот, фокус, конечно, на инструменты от компании, это бизнес-класс и стартовая программа. Ну, огромная благодарность компании за такие инструменты. Мы всегда с ними работаем, потому что это реально круто. Круто, когда каждый видит свою выгоду, вот, а выгоду нужно показывать и потребителям, клиентам, да, то есть и продавцам, выгоду нужно показывать и партнерам. Нужно вообще, вот я это, ну, еще с торговли знаю, что нужно говорить на языке выгод. Вот, когда вы приходите к своим знакомым, родным и близким, к примеру, вот, хотите собрать заказ там или организовать их на ЛТО, да, на личный товарооборот, вот. Даже знакомые, даже родственники у вас не будут ничего заказывать, если они не увидят свою здесь выгоду. Почему им выгодно делать покупки, да, через ваш интернет-магазин, через, ну, вас именно заказывать? Вот, если вы показываете выгоду, что смотри, если ты проведешь заказ на 100 баллов, да, то есть, то у тебя будет вот такая вот скидка, да, то есть у тебя будет вот такая вот цена. То есть ты сэкономишь вот столько уже. То есть поэтому в следующем каталоге там стартовая программа у тебя будет, допустим, грубо говоря, сколько сейчас там, за 99 гривен продукт, то есть набор, да, вот очень-очень круто, когда ты, ну, показываешь выгоду своим клиентам, почему выгодно им делать покупки. Сейчас вообще очень крутая программа на самом деле по поводу, да, то есть прохождения шага, да, то есть новичок проходит шаг, получает подарок, это вообще круто, можно прийти знакомым, сказать: хочешь подарок, пожалуйста, да, то есть 100 баллов заказ у тебя и получишь подарок.
партнер приходит, для него вообще это очень круто, когда человек пришел, провел заказ, еще в принципе только начал развиваться, уже получил подарок туалетную воду, к примеру. Вот, это, ну, это неплохая такая мотивация, да, то есть понять, ну, эта компания реально, ну, делает очень круто. Почему? Потому что человек меняет отношение к компании. Он сразу понимает, о, так это крутая компания, слушай, мне сразу ни за что подарила подарок. Вот, поэтому нужно максимально ориентировать на стартовые программы. То есть мы запускаем людей на малобальные заказы, но потом мы ориентируем их на стартовую программу для того, чтобы они понимали свою выгоду. Вот, а как сориентировать на стартовую программу ключевого партнера? К примеру, либо просто на хорошие 150-200-бальных ключевых партнеров. Нужно показать им, что если ты будешь пользоваться продукцией, организуешь свой товарооборот, то как минимум ты быстрее выйдешь на доход. Почему? Потому что твои партнеры сделают то же самое, что и ты, и тебе нужно будет просто-напросто меньшее количество людей для того, чтобы добиться таких результатов. Вот. Когда ключевой партнер это понимает, он понимает, что выгодно, в принципе, делать немножко больше, чем обычно. Ему просто меньше будет нужно найти людей. Вот. Соответственно, выгодно переводить свое окружение на пользование продукцией. Почему? Потому что они пока не сделают покупки у конкурентов. Да? То есть мы приводим примеры, да, то есть логические. Да? То есть если бы ты открыл свой бизнес, то явно, да, то есть твои бы знакомые, ну, ходили бы к тебе, да, там, за покупками. Ну да. Значит, у тебя сейчас тоже свой бизнес, да, то есть, а твои знакомые еще не ходят к тебе. Вот. Поэтому, да, то есть над этим нужно просто-напросто работать. Вот, так. Система работы, да, какая у нас система работы? Ну, это прежде всего ежедневная связь со своими партнерами, со спонсором. Вот, это ежедневные вебинары, ежедневные планерки и ежедневные обучающие ролики. Вот, это такая система, она очень простая, но она действительно работает, если когда ты со своим кандидатом, новичком первые 2-3 месяца чуть ли не проживаешь, вот, в день-день мобильная связь, вечером вебинары, планерки различные, да, там, когда вы планируете свои звания, уровни, там, результаты уже там несколько, 3 дней, 5 дней и так далее, вот, ну, обучающие различные ролики на темы, ну, то есть я, допустим, привык, там, если человек, мой, допустим, что-то не знает, то я в Ютубе найду то, что ему необходимо, и просто ему отправляю. Соответственно, я экономлю свое время для того, чтобы ему рассказывать. Вот, я автоматически убивать могу несколько зайцев благодаря тому, что просмотрят и другие новички этот ролик, и, соответственно, поймут сразу все. Точно так же и на планерках. Почему мы делаем планерки ежедневные? Вот, почему? Потому что новички, у них есть всегда вопросы. Вот, и ты экономишь свое время, отвечая на вопрос одному новичку, остальные слышат ответы, соответственно, у них не возникает вопроса, они говорят, а, да. Я, говорит, когда-то уже, я хотела тоже это спросить. Вот, поэтому эта система, да, то есть фактически, она, ее может применить каждый. Вот, и у каждого будет результат. Самое главное понимать, что с неактивными мы не работаем. Да, то есть вы также должны не работать с активными. И самое главное, что человек использует на самом деле всего лишь 5% от своего знания. Да, то есть мозг работает, в принципе, только на 5%. Вот, и не нужно много знать для того, чтобы добиваться результатов. Многие там очень много YouTube-канал смотрят, наблюдают за успешными. Вот, казалось бы, да, то есть столько всего знают, но действий мало. Для того, чтобы добиться результатов, нужно знать всего лишь 3 вещи. Что нужно иметь список из людей, да, которым нужно звонить. Звонок должен быть проведен и должна быть проведена встреча. Вот, если выполнять вот эти 3 действия, вот, ну, результат будет однозначно, особенно если это выполнять регулярно. Да, самое главное, это такое правило, в принципе, то, что многие ищут, что волшебных кнопок нет. Вот, это нужно понимать. Все ищут какие-то легкие пути. Вот, лично скажу, я тоже так же искал, думал, что что-то здесь есть, что-то должно быть еще проще, еще лучше. Наверное, есть программа, которая будет за меня работать, да, там. Либо там что-то там можно сделать так, что прям вообще будет прям с полоборота люди директорами будут становиться. Не будут. Все зависит от людей, да, то есть от их мышления, вот, ну и как бы, да, то есть от того, что они будут делать, от их действий. Вот, есть лидеры, которые добиваются результатов быстрее, чем я, вот, но эти лидеры просто больше работали, да, то есть у них было конкретно, они изначально приняли решение на 100%. Вот. У нас такое есть правило, да, то есть мы часто в чат закидываем, вера, мечта, цель, действие, результат как факт.
Вот, вот эти все вещи должны присутствовать у вас, да, то есть если у вас не будет веры, а будет только мечта, то уже результата не будет, да, как факт. Вот, если у вас будет вера, не будет мечты, да, то есть, ну, грубо говоря, вы тоже не будете добиваться таких результатов. Если у вас не будет действий, да, вы будете верить, мечтать, у вас и цель будет, результата тоже не будет. Вот, казалось бы, да, то есть четыре таких вещи, которые должны быть, вот, и результат просто-напросто гарантирован. Вот, ну, наша команда, да, этому подтверждение, команда клуба, вот, это было, по-моему, если не ошибаюсь, в 2015 году, вот, в 15 или 16 году банкет менеджеров в Одессе был, у нас тогда приехало 100 с чем-то человек, вот, это непосредственно партнеры, да, то есть это лидеры, вот, в этом году нас будет намного больше в Одессе, да, то есть команда действительно растет. Вот, поэтому это все благодаря компании Reflame, это все благодаря системе, это благодаря вообще возможности. И я очень-очень рад, что когда-то пришел в эту компанию, что я принял решение вот, развиваться, строить бизнес этой компании, потому что реально жизнь меняется очень круто. Вот, возможность очень классная появилась, очень много знакомых приходят на результат, которые изначально отказывались. Вот, некоторые еще не пришли, но они еще наблюдают. Вот, у них еще, да, то есть они еще не созрели. Вот, но это реально круто, поэтому принимайте решения, да, то есть разрабатывайте методы, включайте как можно больше действий, и однозначно будет результат. Ну, я хочу пожелать всем успехов в быстром росте, в быстром, да, то есть таком, ну, в стремительном быстром росте, вот. И встретимся на банкете менеджеров в Одессе, кто планирует туда ехать. Поэтому всем успехов, хорошего дня. Был рад, полезен. Пока-пока.